Меня зовут Шахов Илья. Я получил травму на производстве. Рука попала в межштамповое пространство. Дальнейшая последовала ампутация руки. Ну и сейчас я хожу с протезом. Компания мне вот предоставила гаджет такой. Здесь устанавливается программа. И способом этой программы я управляю рукой. В данном случае Илье, скажем так, все сошлось великолепно. То есть молодой парень, достаточно активный, работает, имеет жену, маленькая дочка у него. При очень интенсивном использовании, если на постоянно работать кистью, то зарядки хватает на сутки. Такой рукой можно управлять автомобильным средством достаточно легко. Конечно, я сам очень рад этому, что теперь можно какие-то функции выполнять этой рукой. Хотя бы там понести сумку супруги, там портфель дочки.